Доказанный факт. Регулярное недосыпание человека вызывает замедление его мыслительного процесса. Что нужно делать для правильного сна, знает в торговом доме Санит. Очень важный момент при выборе кровати – это материалы, из которых изготовлены кровати. Мы изготавливаем наши мягкие кровати из высококачественного МДФ и массива хвойных пород деревьев. Это очень важный момент, благодаря чему кровать становится максимально устойчивой как к статическим нагрузкам, так и к динамическим. Она не скрипит. И не скрипит. Ткани и эко-кожа, используемые в кроватях от ведущих европейских поставщиков. Они обладают рядом полезных свойств – эффектом легкой чистки, антибактериальной и водоотталкивающей пропиткой. А многочисленные варианты обивки предоставляют большой выбор для любого интерьера. Ксения, чем докажете, что это качественный материал? Все материалы, которые мы используем в своем производстве, сертифицированы по международной классификации, в частности, AECOTEX стандарт 100. Каждая наша кровать комплектуется уже ортопедическим основанием с березовыми ламелями, благодаря чему функции и свойства ортопедического матраса, который лежит в кровати, уже усиливаются в несколько раз. Для тех, кто привык использовать каждый свободный сантиметр пространства или у вас небольшая спальня, тогда вам точно в торговый дом «Санит». Здесь вам предложат кровати с подъемным механизмом «Газлифт». Это очень удобный способ для хранения белья, подушек и одеял. Теперь переходим к выбору матрасов. Кстати, история возникновения матрасов началась примерно 77 тысяч лет тому назад. За это время матрас существенно изменился. В торговом доме «Санит» представлен широкий ассортимент современных матрасов, как пружинных, так и беспружинных, с различной степенью жесткости и эффектом зима-лето. Идем смотреть матрас в разрезе. Итак, Николай, обратите внимание, что сочетания могут быть абсолютно различные. Матрас может быть как мягкий, так и жесткий. Это достигается благодаря сочетанию различных материалов, экологически чистых материалов. При производстве матрасов торговой марки «Санит» используются самые разные материалы. Натуральный латекс, кокосовое волокно, материалы с эффектом памяти, пены с различными функциональными свойствами. Все они сертифицированы по международной классификации AECOTEX стандарт 100. Также следует обратить внимание на то, что мы используем специальную аэрационную сеточку. Благодаря этой сетке матрас дышит. О качестве матрасов торговой марки «Санит» говорит ткань. Здесь используются бельгийские трикотажные и жаккардовые ткани. Можно найти бамбуковые ткани, ткани, обработанные ионами серебра с повышенным содержанием вискозы и многое другое. Важный момент. Клей, который используется при производстве матрасов «Санит», не выделяет запаха и вредных химических испарений. И особенное внимание стоит уделить канту, который расположен по периметру матраса, то есть это дополнительная защита. Благодаря этому канту матрас не будет терять свою форму. Но матрасники есть? Да, безусловно. Для поддержания гигиены сна мы рекомендуем приобретать на матраснике. Они у нас водоотталкивающие и очень приятные на ощупь. Не менее приятное ощущение вызывает мягкая мебель, которая представлена в торговом доме «Санит». Это итальянский стиль, итальянское качество и швейцарские технологии. Пожалуйста, присаживайтесь, Николай. Мягкая мебель торговой марки «La Sofa» тому подтверждение. Эта мебель оснащена надежным для ежедневного использования механизмом трансформации от ведущих производителей Польши, Италии и Бельгии. Уникальное свойство заключается в том, что внутри располагается матрас с ортопедическим эффектом. То есть точно такой же матрас, который мы кладем на обычную кровать. Радует и модельный ряд. Здесь можно выбрать разные по типу диваны – прямой, угловой или модульный. Многие из них раскладываются и оборудованы корбами для белья. Есть и самый настоящий эксклюзив. Его уникальность заключается в том, что он с регулируемой степенью жесткости. То есть он обладает съемным топпером на основе пены с эффектом памяти. Хочешь помягче – оставляешь топпер. Пожестче – снимаешь его. Этот топпер не оказывает обратного давления на тело человека, то есть улучшается кровообращение. Согласитесь, хороший подарок к Новому году. Кстати, к новогодним праздникам торговый дом «Санит» радует выгодными предложениями. Акции, скидки, специальные предложения и сниженные цены на весь ассортимент продукции.
Газовые котлы производства Могилевского завода отопительного оборудования «Виктори». Вторая серия. Краткое содержание первой. Крупнейший завод по производству газовых котлов в Беларуси выпускает всю линейку отопительного оборудования. Котлы отличаются надежностью, высокотехнологичностью. Они экономичны, бесшумны и доступны по цене. В специальном инфомобиле завода «Виктори» представлено несколько основных моделей котлов. Сейчас мы находимся в учебном классе на колесах. Подразумеваемое обучение структуры горгазов, работников наших газовиков, по-русски говоря, и сервисантов нашего завода на территории всей Республики Беларусь. Это есть учебный класс. Кроме обучения, инфомобиль еще выезжает на встречи с членами уличных кооперативов. Например, пришел в поселок ГАЗ, людям потребовалось газовое оборудование, и вот здесь потребители могут познакомиться с преимуществами отечественных котлов. Уличные кооперативы постоянно, особенно в сезон летний-осенний, машина без остановки ездит по всей Беларуси на уличные кооперативы. Теперь о сервисе. При приобретении газового котла «Виктори» завод дает 5-летнюю гарантию, а также заключается договор на сервисное обслуживание. Сервисные услуги предоставляются круглосуточно. У нас в Беларуси две круглосуточные сервисные службы в Могилеве одна, вторая в Минске. Реально работают круглосуточно. Сервисанты выезжают, согласно законам газоснабжения, в течение суток положено, мы все устраняем. Каждый сервисант у нас имеет вот такую приборную базу. Все приборчики у нас европейские для определения жесткости воды, для настройки котла любого, кондиционного или простого бытового. На наши котлы подходит диагностический такой прибор, нами разработанный. Подключается к электронной плате котла, и работникам сервисных служб, государственной или нашей заводской, очень удобно, здесь все отражено, все ошибочки или неполадки, он читает электронную плату котла. Таким образом, диагностировать неполадки, если они вдруг возникают, можно достаточно быстро и легко. А если вышла из строя какая-либо деталь, нет проблем. У нас завод. Поэтому проблем с запчастей в принципе быть не может. Она всегда на складах, на любой котел. И склады у нас заполнены, согласно заключенных договоров нашего завода с концерном «Белтопгаз», на все 15 лет эксплуатации котла, даже если котел вышел из производства. Завод отопительного оборудования «Виктори» работает по принципу «под ключ», начиная от проектирования, заканчивая установкой и сервисным обслуживанием. Выбор нашего котла стоит того. Потому что мы смело даем 5-летнюю гарантию, и в этом году будем, наверное, повышать гарантию. Потому что, как показала гарантийная статистика отказов, у нас идет меньше, чем 1%, меньше даже, чем 0,5%. Поэтому смело можно ставить домой. Своим покупателям на предприятии «Виктори» советуют украсить газовый котел вот таким орнаментом, национальным, белорусским. Мы несем как бы нашу национальную идею. Вместе со своей продукцией мы подчеркиваем, что белорусское – это несет добро в дом, это несет надежность в дом, это несет успех в дом. Что касается цен на газовые котлы «Виктори», то они сравнительно невысокие, зарубежные аналоги дороже. Однако газифицировать свое жилье все равно не каждому по карману, однако выход есть. Государство разработало льготную программу кредитования, когда на 2 года по 3% предоставляется кредит. В условиях, скажем, не инфляционных процессов, в условиях кризисов это большая подспора. И наш котел как раз-таки вписывается в эту льготную программу. Поэтому, если кратко сказать о газовом котле «Виктори», то можно сказать одной фразой. Газовый котел «Виктори» думает за вас, работает для вас.